Здравствуйте, рыбаки и рыбачки! Вот такая новость. Это получилось из обрезки гильзы. Я специально так не вырезал. Это как послан от Богом. Видите, вот такая вот, как рыбка изогнутая. Вот такая вот она, кусочек. Я ее обработаю и впаяю сюда три крючка в разных местах. Вот здесь поставлю посередине и в конце. Что получится, покажу, когда спаяю. Ну что, ребята, друзья, товарищи, смотрите. Учитывая особенности этой блесны, видите, как она изогнута, своеобразна. Я такой блесны никогда не делал и не ловил на такую блесну. Ну попробуем, чем черт не шутит. Смотрите, вот припаял один крючок, второй и третий. Видите, вот так она смотрится. Ну, тут обратно я ее подработаю, подкрашу и увидим, как она будет... Нет, работать, как она будет, я не знаю, но как она будет себя вести в воде. Это надо только на речке или каком-то большом... Большой емкости, точнее. Ну, попутно сделал блесенку и со второй обрезки. Вот. Получилась такая. Тут это ровная. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Вот так она получилась у нас подкрашенной. Ну, еще мы здесь спинку натрем и крючок или опушим, или что-то такое придумаем. Ну что, друзья, вот я сделал нашу блесенку, одну и вторую. Смотрите. Мне просто интересно, может быть, кто-то видел такие блесны или когда-нибудь ловил на них, как они будут играть, я даже не знаю. Но, в принципе, догадываюсь. Кстати, вот эта блесна, заметьте, вот она, когда падает на дно, она обязательно, даже если на бок, становится крючками вверх. Здесь тоже опять крючками вверх. То есть, это хороший показатель. Ее можно ложить на дно. И рыба подходит, интересуется, вы поднимаете, и она попадается на крючок по-любому. Одним словом, и это надо проверять только на открытой воде. Я не хочу тут дома делать цирк. Итак, все это спасибо, ясно. И вторая блесенка такая. Это более-менее, ну, вот видите, она тут тоже зачистить надо блесенку, это чтобы она сверкала, блистала. И попробуем на эту. Ну, может быть, будет какая-то рыба брать. Одним словом, все познается на практике и в сравнении. Спасибо за просмотр, ребята. До встречи в эфире. Кому интересно, пользуйтесь. Кому нет, спасибо. До встречи в эфире.